Всем привет, друзья, с вами я, Женёк, и сегодня мы с вами поиграем в 5 ночей с Женьком. Да, как бы это странно не звучало, но сегодня 5 ночей со мной. Если кто-то хотел провести со мной когда-то ночь, то эта игра специально для вас. В ней даже вы проведете со мной целых 5 ночей. Собственно, вы видите на экране мою отфотошопленную рожу, которую Колян впихал. Ну, естественно, игра от Коляна уж... Кто бы сомневался, уж как бы Колян и Колян. Колян — это святой человек, по-моему, уже. Игры просто замечательно делают. А рожу мне отфотошопил я, не помню кто, честно говоря. Но спасибо. Спасибо Коляну за то, что он ее сюда запихал. Собственно, он меня предупредил, что звука, судя по всему, не будет. Но да ладно. Это, кстати, бета-версия какая-то. Бета, альфа, там обосраться вообще прям первое вообще самое нулевое обновление. И обновлений будет еще выходить там по этому, ну, как-то, по списочку. Собственно, что-то похожее на Forest. Меня спрашивали, почему нет Forest'а, потому что я просто не хочу. Нафиг он мне нужен, если... Да, блин, его уже все сняли, все прошли, все обновления вы уже видели, допустим, у того же Куплинова. Мне банально не осталось, что обозревать. Если в других играх я могу что-то свое найти, то... В Форесте уже мне нечего находить. Там уже все найдено. Ладно, поехали. Новая игра. Пиксельные часы, но да ладно. Я не запускал. Сразу скажу специально для Коляна, что он меня просил. Женек, только не запускай, пока я не начну записывать. Колян, я не запускал. Это, я так понимаю, 0 это либо часы, либо ночи. Если вы вообще видите 0, хотя он может не записаться. Я просто снимаю вообще непонятной какой-то программой. Ну да ладно. Так. Мой рабочий стол. Если кому интересно, как выглядит мой рабочий стол, то, собственно, вот так. Опа, камеры. Так, что это? Space убрать. Кам первое. Вот, блин, Колян, короче, это к тебе предложение такое чётенькое. Вот эту надпись Space напиши, пожалуйста, каким-нибудь шрифтом, ну, я не знаю, хотя бы черным, потому что у тебя в черном плане тут ничего нет. Напиши вот это хотя бы черным шрифтом или каким-нибудь серым, потому что банально вот на этой камере, как она запускается почему-то первой, вторая камера, да, то этого просто не видно, как бы. Она запустилась, я не знаю, вижу Space, и что дальше, я просто не понимаю. Окей. Поэтому махни шрифт. А тем временем час ночи уже, походу. А, собственно, Фредди, я так понимаю, да? Это же Фредди? Или кто это? Почему-то стоит рядом со мной, видать, мы с ним друзья теперь. Видать, теперь аниматроники нормальные чуваки такие. Звука действительно нет, собственно, как я и обещал. Ну, как обещал, то бишь, Колян, а я уже обещал только вам. Я, может, наложу какую-нибудь музычку, чтобы уж совсем не было это скучно и, как бы, не страшно. Вот, наложу какую-нибудь музычку. Благодаря чему мы немножечко развеемся. Давайте посмотрим на интерьеры, пока что, пока время-то идет. Кстати, камеры сделаны довольно не... А, нихера себе, даже так можно. Ай, Колян, красава. Даже так можно, смотрите, можно, короче, поворачиваться одновременно и камеры палить. Вот этого, конечно, вот... Вот этого не хватало в Five Nights at Freddy's, честно я тебе скажу. По-моему, этого там не было, насколько я помню, но... Вот эта вот штука полезная, так повернись. Во. Вот это действительно не хватало. Ладно, камера первая — это несколько дверей. Причем вроде пока что никого тут нет. Камера вторая — это какая-то довольно неплохая комнатенка. И камера третья — это еще одна довольно неплохая комнатенка. Мне бы такой интерьер дома, честное слово. Я был бы доволен. Собственно, Колян говорит, что как бы можно задумать себе каких-нибудь теорий в плане того, что... Эта игруля вообще из себя представляет, да? Какой тут сюжет, ибо сюжета, собственно, видимо, пока что нету. Или, видимо, пока что он идет в разработке. Я не особо знаю. Но Колян говорит, что можно задвинуть так какую-нибудь теорюху прям. Я, в принципе, даже не знаю, что задвинуть. Он мне вчера что-то скинул, но я не читал, честно. Я что-то... Глазами пробежался, я был занят, работал, сидел, и ВКонтакте просто посмотрел, короче, быренько. Вот, и отписался ему, типа, ладно, спасибо. Вот, хотел сегодня почитать, а сегодня утро, что-то проснулся только что, ну ладно. Вот. Короче, что в плане теорий? 3 часа ночи. Даже утра, можно уже сказать. В плане теории, ну, я даже не знаю, что вам задвинуть такого.
Но, скорее всего, раз это Five Nights, это Эд Женек, то, скорее всего, я охранник. Скорее. Возможно, что я не охранник, но я сижу перед компом, палю камеры, значит, я охранник. Значит, я Женек-охранник. Эх, куда ж меня привела судьба, нахер только учился вообще. Зачем я вообще сейчас учусь, если мне, судя по всему, предстоит быть охранником всю оставшуюся жизнь. Ну да ладно. Я охранник, у меня классный монитор. Компа нет, монитор есть. Возможно, это этот, как он называется, моноблок. Но не похоже, не похоже на моноблок, это какой-то асусовский монитор. Но где комп? Колян. Зачем ты приезжал мой комп? Ладно, возможно, это просто, знаете, монитор охраны, где компы, в принципе, такие сныканные, где-то в ящиках стоят. Вот, это монитор охраны тупо. Но, правда, я ни разу не видел, я вот сколько знаком, у меня есть знакомые охранники, которые сидят в комнатах охраны. Там дохера маленьких мониторов или один маленький монитор. Но чтобы такой асусовский, сколько тут, наверное, дюймов 27, это, конечно, не херово так. Жируют, жируют, я вам скажу. Но пока что даже скримеров не было, но... Колян сказал, что они будут. Хоть и мало, но они будут. Но мы 4 часа уже сидим, я задвигаю какие-то непонятные теории, и пока ничего не происходит. Что-то я нажал. Ничего не нажал, ладно. Это я не на ту кнопку тыкнул. В чем дальше, значит? Ну... Опа! Фредди! Фредди, ты чё? Фредди маленечко это, походу, закинулся чем-то. Какой-то местной пиццей, судя по всему. Фредди, алё. Не обращайте внимания, просто Фредди, походу, курнул мальца. Фредди, у тебя зрачки красные, походу. Алё. Фред. Короче, если надумаешь дунуть, то это не надо, тебе уже хватит. Это по камерам посмотрим, может там есть что-нибудь. Нет, пока по камерам ничего не появилось. Ну да ладно. Вот, и, собственно, я охранник такой четкий. Рядом со мной стоит медведь Фредди, который следит за мной просто из-за угла, так пялит на меня, типа, я вижу тебя, чувак, я тебя, чувак, вижу. А я им говорю, ну и хрен ли ты меня видишь, и чё? Наркоман, уйди, я вообще-то охранник сейчас. О, хера себе мини-игра. Или нет, или да. Как управлять? Колян! Колян! Помогай! А чё делать-то? Алло, ёпта, как это? А нет, это... я не понял. Колян, как? Как этим управлять? Говорит, мини-игра будет, окей, вот она мини-игра, точно. Он сказал, что будет, вот она будет, она есть. А как её... А, вылетело, вылетело, друзья мои. Просто ну, собственно, туда, куда не надо. Взяла просто и нагло вылетела. Я дожил, по-моему, до 4 или до 5 уже утра, и просто к херам вылетела игра. Возможно, это на данный момент был конец игры. Я не знаю, вполне возможно, что это был конец. А возможно, что это просто был, сука, баг, который просто надо исправлять в следующих обновлениях. Но Колян меня предупредил, что обновления будут. Обновления будут следующие, там новые какие-нибудь, что-то в них добавится. Возможно, пофиксятся баги, на что я, собственно, надеюсь, Колян. Я надеюсь очень сильно. Ну что ж, на этом я предлагаю закончить. Собственно, мы с вами увидели укуренного в говно Фредди. Увидели, значит, мини-игру. Увидели охерительные, кстати, интерьеры. Особенно вот этот первый, в котором мы сидим. Это просто замечательный интерьер. Белая комната, стол и монитор, и все, и Фредди сбоку. Кстати, не понимаю, нахера тут есть камеры, если у нас есть монитор. В принципе, Колян, ты доработай либо одно, либо другое. Либо чтобы камер было, чтобы они увеличивались, либо чтобы можно было функционировать с монитором. А если доработаешь все оба, я буду вообще просто премного благодарен. Ну что ж, пока что, конечно, это сыровато, уж понятно, это первая версия, самая бета вообще. Это сыровато, но, как Колян сказал, будет херова гора обновлений, будем все это смотреть, будем, так сказать, чуять разницу в процессе. И в конце концов будет звук, я надеюсь. А то укуренный Фредди без звука появляющийся, это немножечко... Не очень, потому что, по-моему, вот эти глаза у Фредди должны открываться под звук. Ха-ха-ха! Вот это вот, балун боя.
Потому что это ему больше подойдет. Ну что ж, предлагаю закончить. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами был я, Женек. Всем спасибо, всем пока.